В прошлом году на этом поле земледельцы совхоза «Приволжский» собрали по 25 центнеров озимой ржи с гектара. Правда, урожай для ульяновских черноземов не рекордный. Но если учесть, что еще 6 лет назад поле выглядело примерно так, то огромная работа, которую проводит коллектив Ульяновского цементного завода по восстановлению и рекультивации нарушенных земель, сразу же станет понятной. Термин «рекультивация» здесь звучит так же часто, как и, допустим, план реализации, качество продукции, другие слова, характеризующие заботы современного производства. 3 миллиона кубометров мела добывают цементники ежегодно, а еще глина, песок, вскрышные отвалы. Карьеры наступают на землю. И этот процесс не остановить. Это необходимость. Цемент нужен стройкам, народному хозяйству. И в этом смысле опыт ульяновцев заслуживает всяческого внимания. Этот яблоневый сад был посажен на месте старого карьера, как, впрочем, и эта молодая тополинная роща. А здесь со временем будет водоем, в котором разведут рыбу. Каждый год завод возвращает в сельскохозяйственный оборот 12-15 гектаров земли.